Накануне в Доме правительства вручили государственные молодежные премии Чувашской республики. Желаю, чтобы вы по жизни всегда двигались ровно так. Испытывая неравнодушие, испытывая желание активно и очень внимательно относиться к жизни, искать и находить. Они ищут и находят. И в первую очередь цель своей жизни. 29 талантливых, целеустремленных, активных молодых людей стали в этом году лауреатами Государственной молодежной премии республики. Кто-то работал в одиночку, многие в команде. Но все они старались реализовать важные для республики проекты. Спасибо, что поддерживаете молодежь, Чуваши, и верите в наши таланты и наши возможности. Для Ксении Чайковой и ее коллег по студенческому театру «Абрикосовый сад» эта премия стала признанием их творчества, признанием того, что ребята двигаются в правильном направлении. Для нас данный проект очень важен, так как в Чувашской республике никогда не было ранее никакого межвузовского либо студенческого театра, и мы были первые, кто реализовал и смог поднять данный проект. Данная награда – это еще один большой толчок, который нас сможет подтолкнуть дальше, чтобы мы смогли развиваться. Это некий стимул, который говорит тебе, что ты сможешь все. Напомним, что премия талантливой молодежи республики вручается с 1996 года. За 24 года ее лауреатами стали более 200 человек. В этом году на соискание премий были представлены 34 работы от 61 претендента. Больше всего победителей среди представителей Чувашского государственного университета имени Ульянова. Богдана Дойникова, Юлия Дикова, Андрей Спиридонов. Республика.